В Молдове протестующие требуют отставки правительства. Участники акции протеста обвиняют правительство, возглавляемое миллиардером Плохотнюком, в обнищании населения и массовой миграции. В Молдове участники оппозиционных протестов требуют отставки правительства и уголовного преследования тех, кто причастен к краже миллиарда долларов из банковской системы страны. Об этом говорится в резолюции, принятой вечером 26 августа в результате акции, сообщает Радио Свобода. В резолюции Всеобщего собрания граждан Молдовы правительство, возглавляемое Демократической партией во главе с миллиардером Владимиром Плохотнюком, обвиняется в обнищании населения и массовой миграции, срыве внешнего финансирования Молдовы, угрозе дальнейшему выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кроме того, в документе выражается обеспокоенность антидемократическими действиями властей и отсутствием прогресса в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Протестующие также требуют аннулировать смешанную избирательную систему, организации и проведения свободных и корректных выборов по пропорциональной системе, признание результатов выборов мэра Кишинева, аннулированных решением судов, прекращение преследования оппозиции. Авторы резолюции также требуют принятия в Молдове закона Магнитского, который, по их мнению, мог бы обеспечить неподкупность молдавских чиновников. Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Дадон требовал досрочных парламентских выборов, заявляя, что действующий парламент узурпирует власть. В свою очередь парламент Молдовы начал процедуру импичмента Дадона. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.